В спортивной школе «Сывалах» Маргаушского района прошел первый открытый турнир по вольной борьбе среди школьников на Кубок Героя России Евгения Борисова. Он посвящен 76-й годовщине Великой Победы. Евгений родом оттуда. В соревнованиях участвовали 120 юных спортсменов из Чебоксар, Красноармейского, Красночитайского, Ядринского и Батыревского районов. Многие защищали честь спортивной школы «Сывалах». Молодые ребятишки сегодня на этих коврах будут воспитываться, заниматься спортом. Из них будут настоящие герои. Настоящие спортсмены, чемпионы. И это огромный вклад в развитие спортивной борьбы Маргаушского района и Чувашской республики. На соревнованиях разыграли более 20 комплектов наград. Победители и призеры получили памятные награды.